В минувшие дни в социальных сетях распространилось видео, где жители Каспийска жалуются на юных горожан, которые играют в волейбол на главной площади города, так как мяч неоднократно попадал на людей. А хуже всего, что жертвы безобидной игры становились дети. Так, администрация города предложила для ребят альтернативное решение и предоставила территорию, где они могут заниматься любимым видом спорта. Мы, как администрация города, предлагаем вам аналог площадок для того, чтобы вы, наши дорогие юные каспийчане, играли любимую игру и получали от нее колоссальное удовольствие, не вредя другим жителям нашего города. Отметим, что спортивные площадки расположены на территории городского пляжа Каспийска, а также одна из них находится на базе Дома детского творчества по улице Байрамова, 12. Здесь для вас открыта всегда 24/7 площадка для волейбола. Также в дальнейшем это будет площадка для баскетбола. Вы можете спокойно приходить и играть в эту игру. А в особенности в летний период мы предлагаем для вас это пляжные зоны, где у нас разбиты сетки, где вы можете спокойно поиграть в волейбол, не вредя остальным людям, которые пришли отдохнуть на пляж.